внешний осмотр машины. Зазорчики задней двери выставлены неровно. Что с этой стороны, что с этой. Сама задняя дверь косметически окрашена. Также окрашен задний бампер. Вот здесь была какая-то авария. Что-то ударили очень серьезно, потому что вот на этом крыле, на заднем правом, наложена шпаклевка. И переходом выровнена. И также, соответственно, окрашена эта деталь. Задняя крышка багажника, бампер и косметически задняя левая дверь. В целом по кузову больше нет претензий. Все стекла штатные. Лобовой оригинал. По зазорам все хорошо. Резина вот новая, летняя. Сейчас проверим техническую составляющую и пришлем вам отчет в текстовом формате.